тебе сказать о том, как я рисую, я попробовал показать это вот так вот, таким способом. Это, на самом деле, это еще было сделано 20 лет назад, там написано. Вот. Я был, конечно, молодой. Вот. У меня еще была, да, был код. Вот такой. В общем, это вот примерно то, что было 20 лет назад. Сейчас это, конечно, изменилось. Раньше я рисовал на коленках. А сейчас вам покажу вот свой рабочий стол. Там до сих пор я пользуюсь чернильницей, не тушь. Обычная тушь. Это вот, кстати, у меня, в общем, лист лежит. Это умирающего Ломоносова. Большая история, тем более про такого человека, Ломоносова, да. Дайте мне сценарий. Мне нравится сценарий. Глядя на этот сценарий, я рисую. Это карандашный рисунок. По моему карандашу делаю лучшую рисунок. Вот это закончена страница. Потом они еще ее обрабатывают, там, убирают эти штрихи, цвет даже там добавляют. И все это рисуется на столе. С световым столом ты пользуешься с подсветкой? Нет, с трампом я не пользуюсь, потому что у меня есть окно. Еще более старый способ. Это фигурку я делаю по каким-то детским воспоминаниям. Так это насекомое стало главным персонажем в моих работах. Это вот буквально сделано недавно, в 2010 году. Что это такое, для чего это, непонятно. Но я просто хотел вам показать то, что я делаю руками, я потом эти персонажи я переношу в этот язык комикса. Потом я решил это еще больше, чтобы это запомнилось на века, чтобы мои дети, в конце концов, несмотря на это, знаю, что я делал не только комиксы, но и занимался. И я просто этого самого жука писал маслом. В то время это было для меня иллюстрацией к рассказу Брэдбери, на самом деле. Сейчас, конечно, я уже остепенился. Можно самому что-то делать. Нельзя пользоваться сюжетами классики. То, что я вижу, то я и рисую. Это примерно то, что у нас происходит на даче. То есть я выхожу из своего же усадебного участка, идем, попадаем. А это не башня? Нет, это не три башни, это поднакорная башня. Я подумал, а почему бы мне этого человека, это существо, не окунуть в мир настоящий? Для меня жил всех настоящий мир. Бумага, карандаш и перо, тушь, это какой-то такой поверхностный. А масло дает глубину. А здесь я просто показал персонажей, конечно, брата. Космодел, Дед Мороз, милиция, это мой любимый персонаж в маске. Летающий глаз, дети подземелья. Я еще работаю для такого журнала детства «Гео Ленок». Это от журнала «Гео». Да, ну, мне пришлось рисовать такие картинки на разворот. А что, карандашный рисунок? Следующий рисунок. Я уже начинаю так. Все это делается акварелью, карандашами, там, мелкие детали. У меня прям вот из себя, я прям очень ненавижу их. А тем более, что зрение садится, просто рисую только. Ну, детям нравится, они вообще ничего не понимают. Последний день на Кубе. Я находился один гулял напротив этой помойки, нашел эту голову. Мне сразу захотелось ее отвезти домой. Но это было невозможно, она была очень тяжелая. Я все думал, кто же мог это сделать? Может, какой-нибудь рабочий там из бетона сделаю? Думал об этом и решил, что мы с потом рисовать. Вот это вот комикс про Кубу. Главный герой, его убивают, отрезают ему голову и ставят вот эту голову на место его главы. Решил вам показать любимая страница моего любимого комикса «Весловка», «Снег» называется.
Мы с Финляндией, мы сегодня весь день почему-то обсуждаем. Потому что финская речка приезжает. Помимо этих самых комиксов, я еще занимаюсь иллюстрацией. Узнаю эти персонажи. Много Ленин, да? Где же русский молодой Ленин играл? Тема фашизм отражается цветом. Пользуюсь мало. Но если пользуюсь только вот такими простыми методами. Здесь минимум цвета, главное черное и белое. На ваша, как у меня, цвет плохо идет. Никто не берет мои работы для книжек, для журнала. Но в данном случае развить, как я работаю для газеты. Я пью пиво, женщина, моя жена, она пьет джин-тоник очаковский. А почему у меня такие ушки острые? Потому что F. F. Я гоблин, она F. Я еще тоже делал рисунки. Такой военно-исторической какой-то книги про Древний Китай. Я просто показал вам, чтобы представление иметь, что я не только занимаюсь комиксами, но и... Вы как-то правда весело. Я правда, да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрые. У нас комиксы же тоже искусство. И тем не тоже достой. И тем более вы ведь получается делать не такой совсем комикс. Ну, я думаю, то, что мне нравится делать, на самом деле. Я бы никогда не взялся там что-то рисовать. Нет, я взялся, конечно, если бы много денег предложили, бы, а все готов. Вот. Но... Ну, комиксы, мне кажется, все-таки это не совсем. Комиксы я как бы вот использую как жанр такой, что-то хоть свою историю рассказать. Да и то, я ее не хочу рассказывать кому-то. Я в том случае буду для себя ее рассказывать. Я хочу, чтобы она была у меня не написана пером, а нарисована. Ну, это сейчас у меня иллюстрация для газеты, чтобы это было коллайдер там. Рисуете картинки там. Для газет там мне присылают там текст, я рисую и получаю эти деньги, мизерные живу. Вот моя последняя работа. Я решил собрать все игрушки, персонажей из комиксов. Хал там, собрал, вот, покрасил однотонно, повесил на стену. А вот кто из странных комиксы делал? Ну, у вас был как вот мир, ну, вы на кого-то опирались или нет? Ну, то есть, вы с чего начали вообще делать? А, ну, я в школе учил. Давным-давно, там, журнал «Бит», там, какие-то, ну, французские, американские, там, какие-то, ну, не. Да и что там, господи, их смотреть-то? Делать, рисовать. Вам то, что не нужно... Рисовать, да, как вот у нас эти мангаки, занимаются, там что-то рисуют, там, по какой-то схеме определенной, там, глаза какие-то одинаковые у всех, там, ну, если ты учился в какой-то там школе, там, в училище, в институте, там, художественном, ты должен знать, что там совсем все по-другому, у каждого человека там, если там мышцы, там, все разные, там, люди, там, нельзя всех куда-то ребенка, там. Вот. Я поэтому и говорю, что рисование под японских художников у нас проходит. Это как, знаете, вопрос про робот. Вот так любит Коннор рисовать робот. Когда мальчик сидит, там, не знаю, в 7 классе рисует себя робот, уже понятия не имеет, как он функционирует, как он движется, как устроены его суставы. И поэтому его робот, он такой наивный, плоский. Потом, когда мальчик понимает, как создавать объем, он уже создает прекрасного робота. Это, собственно, тоже как ну, любой гротеск. А робот – это моя любимая тема. А вы заставьте его лучше нарисовать, прямо сейчас робот. Я рисую не робота, я рисую персонажа из комикса. Девочку-школьницу. Ну не подумай, что там педофил там. Мне кажется.
Что дальше может быть? Пионерский галстук. Да, точно. Это уральская школа. А почему глаза узкие? Потому что она уральская. Вот так. Какая будет девочка-робот? Похлопайте, девочки, вы будете приятны.